Всем привет! У меня тут еще одна радость. У меня зацвела хиускляна Йеллоу. Я уже снимала видео. Такая нежная крошка-малышка. Обожаю этих хиусклянки. Они очень нежные, манюнечки такие, с крошечными листиками. Очень их люблю. Аромат карамельки. Пахнет на всю лоджию. Такая красоточка маленькая. Решила вас порадовать, она как раз только-только раскрыла, немножко неяркое освещение, поэтому такая бледная немножко окраска, в жизни она вообще более немножко насыщенная, с ярким ароматом, пожалуй, за это я очень люблю эту хвойку. Маленькие такие листики, вот она как раз, она в отличие от хиусклианы Pink имеет более четко выраженную форму листиков, они такие как монетки, но немножко как удлиненные круглые монетки. Потому что вот моя хиускляна Pink, у нее листья более такие вытянутые, более бесформенные, что ли. Ну, в общем, вот такая вот разница между ними. Ну, вот, собственно, что я хотела еще вам показать, рассказать. Вот еще раз ее крошечное соцветие. Всех была рада видеть. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.